Итак, всем привет, и вы на канале Никита Арзаев. Сейчас я нахожусь в заметках своего телефона. И вот я сегодня создал заметку свою. И вот когда что открывается. Ой, не открывается, а выйдет на моем канале. То есть это, чтобы вы знали, сколько нужно набирать всего. Блин. Сколько нужно всего набирать для того, чтобы вышло новое видео. Почитайте покуда, и сейчас мы прочтем вместе. Первое. 400 просмотров или 20 лайков. Начало проекта. То есть после тире это то, что начнется, если мы это количество наберем. 400 просмотров или 20 лайков. То начнется проект. Автобусные маршруты Санкт-Петербурга. Также начнется второй проект. Троллейбусные маршруты Санкт-Петербурга. И также начнется третий проект. Трамвайные маршруты Санкт-Петербурга. 400 просмотров. Сейчас у нас на видео уже вот чуть-чуть осталось. Если быть точным, то осталось на видео... Юбилейный на станции метро Девяткина осталось набрать 37 просмотров. То есть совсем чуть-чуть осталось, и начнется проект. Проекты. Три проекта. И плейлист по этим проектам начнется. И видео будут выходить не только по этим проектам, но и так же, как и обычно. Дальше. 500 просмотров на любое видео. Мне кажется, это будет юбилей на станции метро Девяткина. И тогда я еду в Варененбаум 1. То есть опять в город Ломоносов, вокзал. Дальше 600 просмотров, если набираем, то я еду в Лугу 1 в первый раз. Ну, видео снимать там. И... Тогда вот посмотрим, там я тоже проведу целый день, то есть как и в Раненбауме. Целый день я провел, видео выкладывал, потом целый день. Посмотрите. И вот 400 просмотров, если набираем, то есть опять же 37 просмотров и поездка в Калище. Калище это за Раненбаумом, за Любяжье. До туда очень редко ходят поезда. Ну, не так уж и редко, но реже, чем до Раненбаума. И вот с 15 марта изменилось расписание «Ласточки». Она будет проходить по станции «Сосновая поляна» в 14, либо 42, либо в 14.04. И следовать до станции Калище. Это необычно, потому что там вот тестировали, я знаю, я не снимал, но я наблюдал. Тут как тестировали в интернете, набирал то, что тестируют там пути. Можно ли там ласточку пускать или нет. То есть, и обратно на по станции Сосновая Поляна проезжает 17.01. Мы эту ласточку снимем. Ну, ласточка тут всего две их в Балтийском вокзале. СБГ 008 следует по маршруту Санкт-Петербург, Балтийский вокзал, Луга 1, но иногда и до Раненбаума ходит. И СБГ 015, она всегда ходит до Раненбаума 1, но и теперь будет до Калища ходить. Дальше пошли. 20 просмотров, если набираем, или 5 лайков на видео, на выбор, 2 видео. Либо мой дом с секретом в Майнкрафте, извините, там ошибка. Просто телефон сам исправляет в Майнкрафте. Или на видео открытие станции метро Проспект Ветеранов в Майнкрафте. Тогда выходит новый выпуск метро Санкт-Петербурга в Майнкрафте. Ну и ждите, набираем и ждем. Давайте... Я в вас верю. И завтра... И сейчас вот грузится у меня новое видео. Вот сейчас это видео выйдет последним. Последним.
И вот здесь у меня еще старые заметки. Вот. То, что когда открываются станции. Вот сейчас главная заметка, видите, вот избранная звездочка такая. Это вот красная ветка строящаяся. Извините, пожалуйста, за задержку, то, что 18 марта я задержался. То есть должен был 18 марта выпустить открытие станции проспект Тиранов, но выпустил 20 марта. Извините, пожалуйста, так получилось, то, что у меня в этот день вот почему-то вот YouTube просто не давал выгружать видео, то есть назвать его давал, а выгрузить не давал, то есть он вообще ни в какую не лез. И поэтому, извините, вот оно вышло, конечно, но вот чуть-чуть с опозданием. Не так, как мы планировали. Я-то его снял 18-го, а выгрузил только 20-го. Я пытался вот 2 дня выгрузить это видео. Вот вообще не повезло. Ладно, ставьте лайки, подписывайтесь, набирайте. Всем пока.